Привет, друзья! Сегодня в 21 час с Юлией Гусевой, автором книг по мотивации, руководителем школы для подростков, и там в канале РФ, и там у них скоро будет конференция для подростков, а как раз таки я сейчас занимаюсь все большим и большим напоминанием, что метод ключ в первую очередь нужен подросткам, потому что мы человек будущего, школа такая. Посмотрите на мои глаза. Видите? Радостные, потому что в 21 час мы все встретимся. Zoom, ссылка будет прикреплена комментом. Поэтому вы посмотрите в описании под роликом коммент прикрепленный. Там будет Zoom. И в 21 час выходите все туда. Родители, педагоги, подростки, дети. Это очень важно, потому что в учебнике по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева уже стоит метод саморегуляции ключ, синхрогимнастика. А здесь будет потрясающая встреча. Да-да-да-да, я не оговорился. Потому что это будет связано со светом. Да. Человек образовывается, образование просвещается. Да, я побрею завтра, послезавтра. Просто горячей воды не было этого 3 дня. Ремонтировали там чего-то. Это я вас вовлекаю в свой быт, чтобы показать вам и подросткам, как превращать рутину, быт в хорошее настроение, как любую проблему использовать для того, чтобы сделать ее здесь трамплином. Да, чтобы вы всегда сохраняли внутреннюю устойчивость, баланс, и могли решать творчески любую проблему, которая падает неожиданно вам на голову. До встречи. 21 час. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал и Telegram. Это очень важно для каждого. Да, до встречи. До связи.